Señoras y señores, buenas tardes. Сегодня мы поговорим о корриде. У нас коррида происходит летом, а футбол зимой. Наоборот, чем у вас. Ну, там и там курится сигара. Ну, конечно, сигара и коррида, они связаны уже по традиции очень давно. И люди не только курят, но они дарят сигары матадор. Когда он хорошо, там он поступает, они бросают. Женщины бросают цветы, а мужчины бросают самые лучшие сигары, которые у них есть. Капа одевалась, естественно, как плащ. В Англии. Я ничего так скажу. И отсюда уже пошла капа, которая уже, она желтого, такого малинового цвета бывает еще, красного, с которой именно ты как матадор раскрываешь быка, когда он выходит на арену. И работаешь первую терцию, да, я говорил три терции. Это один из элементов корриды, один из элементов амуниции матадора. Затем сама мулета. Мулета используется только на сольное выступление матадора, именно в третью терцию. Когда выступаешь матадор, тебе выделяется всего 10 минут. Вот за 10 минут твоя задача с помощью мулета, которая весит, в принципе, достаточно. Может быть, на первый взгляд, может быть, легкая, но когда ты ее держишь и работаешь с быком 10 минут, это очень весомая. Она может быть трех видов. Алюминиевая, металлическая. Сейчас покажу вам металлическую. Металлическая, которая не острая абсолютно. Это просто форма шпаги. И бывает, деревянную у меня нету, и деревянная. Обычно деревянная шпага. Эй, мегатуру, эй! Оле, бонито, эй! Здесь мало места. Бореро! Оле, бореро! Спасибо! Я наблюдал в своей жизни, мне не довелось самому индультировать быка, но я наблюдал два раза индультирование быка именно в Барселоне. Первое в Барселоне в 2001 году, кстати говоря, мой крестный моего сына Финито де Кордова. Мой друг Финито де Кордова индультировал в Барселоне этого замечательного быка Сарифа, 583 килограмма веса. Первая терция – это очень важная для каждого матадора, и здесь необходимо раскрыть все дефекты и построить свою тактику. Вторая терция начинается с пикадора. Для того, чтобы дать жизнь быку, необходимо снизить кровяное давление и не дать быку умереть от инфаркта. Третья часть для выступления необходима работа бандерьеру, чтобы скоординировать дефекты быка и чтобы тактика и выступление матадора было более качественным. И, наконец, когда выходит сам матадор на сольное выступление, это основная часть, где как раз и раскрывается вся прелесть этого животного, ради которого приходит смотреть публика и наслаждаться. Приходится, естественно, рисковать, приходится все делать очень красиво, но в этом плане ты только находишься только своим партнером, быком, и провоцируешь и публику, которая реагирует и давит на решение президента проведения корриды для принятия решения индультирования. Очень сильное напряжение. Естественно, публика хочет, чтобы добиться жизни. Ажиотаж непосредственно на арене. Пресса, твоя команда, решение президента корриды наконец-то дает публике оранжевым платком. И несмотря на то, что уже добились жизни быку, матадор демонстрирует, что этот бык на самом деле достоин этого решения, и матадор в конце концов уводит этого быка в загон, где ветеринары обрабатывают и отправляют быка на продолжение такой же замечательной породы боевой, как и он, Торо Браво. Естественно, эти моменты очень важны, и публика ждет их настолько, что
народ плачет, все радуются, потому что это настоящий праздник корриды. Это для публики, это для самого Матадора. Команды поздравляют. Самый настоящий триумф, самая высшая награда, которую может получить Матадор. И мне посчастливилось присутствовать на этой арене и сказать пару хороших слов о моем друге, моем компаньоне Финито де Кордова, как триумфадора выносит его на плечах. Публика перепрыгивает через ограждение для того, чтобы поддержать и дотронуться до своего кумира, плюс фермер этого же боевого быка тоже выносится на плечах. И полиция, естественно, охраняет по регламенту проведения корриды. После проведения этой корриды народ, воодушевленный этим актом, выходит, поет песни, танцует. Я видел, как взрослые люди, серьезные люди, плачут. Плачут от счастья, что бык остался живой, что Матадор замечательно выполнил свою задачу, и красив, и молодец, и умничка. Все обнимаются, все... Альберт, это так или нет? Это праздник, это истинный праздник корриды. Но, к сожалению, он бывает очень редко. Это... Хорошо, спасибо.